очень важная поездка в Минск предстоит нашей команде. Витязи готовится. А это еще и Минск, и игра в Ярославле. Довольно тяжелый выезд. Давайте посмотрим, как готовятся ребята. Тяжелая работа первые пару дней, а сегодня уже, наверное, немножко полегче. Большинство поделали, уже больше тактические действия отрабатывали. А так могу сказать, что для нас легких соперников уже не будет в этом сезоне, потому что поставили себя в такую тяжелую ситуацию, так что будем из нее выбираться. Какой матч важнее? Все-таки с «Динамо Минск», потому что это тот соперник, которого мы можем выбить из восьмерки, или «Локомотив»? Мы не в той позиции, чтобы выбирать соперника. Сейчас, конечно, это наш прямой конкурент, но нам нужны любые очки, так что со всеми надо их брать.